включал компьютер, и он сказал, что там что-то в мозгах. И, в общем, мне сказал стоимость километра дорог. Я сказала, я подумаю, я послушаю другого доктора Айболита. То есть тут совсем не обязательно? Ну, я пока еще не добрался. Когда я все сделаю, я вам все скажу. Или когда хотя бы откручу один винтик. Поняла, потом будет ясно, да? Да. Тогда скажете, хорошо, молчу, не мешаю. Раскручивается? Ну, отлично. Она, в общем-то, не старая. Думаю, как так она могла зажать? Не, вот он, видите, просто здесь очень специфическая Поняла. Головка, которая чуть-чуть поржавеет, и потом уже... Поняла. Ну, машинка ведет себя хорошо. Винтик хотя бы дала открутить. Так. Кстати, можно вас попросить внизу потом будет открутить вот эту? У меня сил не хватает. Чтобы потом там выходила вода. Ну, это потом. Мужская сила нужна. Мужская сила, откуда она у меня? Если там ничего не застряло, то... Не, ничего там не застряло. Просто мне не хватает сил. Пару месяцев назад откручивали, но мне сейчас как-то сильно, видимо, закрутили. Не получается у меня. Ну, давайте, кнопочку. Ну, вот и все. Мою красавицу починили. Пришел другой мастер. Пожалуйста, все работает. Открывается, закрывается моя машина. Ой, как я рада. Мастер великолепный. Берет недорого. Но работает только по югу. Москвы, юго-западный округ Москвы, южный округ. То есть, кому если нужно, если кто-то москвичи меня смотрит, обращайтесь, я всегда рада помочь. Благодарю вас, что вы были со мной. Всем пока-пока. Это была я, Ника, и это мой канал «Московские будни».